Всем привет! С вами Ромашка на канале Ромашка Клоун. Обязательно подписывайтесь. Сегодня предлагаем вашему вниманию идеи летнего морского декора из воздушных шариков. Сделаем стойку с водорослями и морской звездой. Как сделать основание стойки из воздушных шаров? Наполним воздухом 5-дюймовый шарик, немного спустим воздух, определим его размер и завяжем шарик. Ссылку на мастер-класс «Как завязать воздушный шарик без нитки» вы найдете в описании. Наполним воздухом еще 7 шариков. Шарики должны быть одинакового размера. Сравнивайте их размер с размером первого шарика. Когда шарики будут готовы, свяжем их между собой по 2, а затем соединим четверку, меняя соседние шарики местами. Голубая четверка готова. Сделаем синюю четверку. Теперь соединим эти четверки, свяжем их хвостики между собой. Основание готово. Для устойчивости фигуры привяжем грузик. Как сделать водоросли из воздушных шаров? Наполним длинные шарики воздухом. Завяжем хвостики. Придадим шарикам изогнутую форму. Определим размер, срежем излишки и завяжем хвостики. Делаем необходимое количество. Как прикрепить водоросли из воздушных шаров к основанию? Когда водоросли будут готовы, привяжем их к стойке за хвостики. Стойка с водорослями из воздушных шаров готова. Как сделать морскую звезду из воздушных шариков?
Для изготовления морской звезды нам понадобятся длинные шарики ШДМ размером 260, два оранжевых и один белый, насос для воздушных шаров, перманентный маркер и ножницы. Как наполнить шарик воздухом? Наполним шарик воздухом и обязательно оставим хвостик примерно на 6-8 пальцев. Немножко спустим воздух и завяжем шарик. Ссылку на мастер-класс «Как завязать воздушный шарик без нитки» вы найдете в описании. Разомнем шарик. Таким же образом наполним воздухом и второй шарик. Как сделать центральную часть морской звезды – диск? Сделаем элемент пинч. Сначала скрутим шарик и сделаем бабл. Затем придержим элемент и хвостик одной рукой, а другой рукой оттянем бабл и перекрутим. Сделаем еще один пинч. Центральная часть морской звезды готова. Как сделать лучи морской звезды? Примерно на 7 пальцев. Скрутим шарик. Раз. Теперь сделаем элемент пинч. Снова перекрутим шарик на 7 пальцев. Теперь левой рукой придерживаем шарики, а правой рукой перекрутим. Первый луч морской звезды готов. Таким же образом сделаем второй луч. В хвостике закончился воздух. Подкачаем его. Для этого сделаем надрез и наполним остаток шарика воздухом. Завяжем хвостик и продолжим изготовление луча. Третий луч морской звезды готов. Сделаем еще два луча. Когда 5 лучей будут готовы, спустим воздух, срежем излишек и завяжем узел. Хвостик спрячем. Лучи морской звезды из воздушного шарика готовы. Как сделать глаза морской звезды? Немного наполним белый шарик воздухом. Завяжем хвостик. Разомнем шарик. Сделаем два элемента пинч. Затем спустим воздух, срежем излишек и завяжем узел. Глаза морской звезды готовы. Как прикрепить глаза к морской звезде?
Хвостик белого шарика обовьем вокруг лучей морской звезды, спрячем его и расправим шарики. Как нарисовать глаза и улыбку морской звезды? Нарисуем их перманентным маркером. Ну вот, дорогие друзья, морская композиция из воздушных шариков готова. Легко и просто. Сделай сам. Пишите нам, дорогие друзья. С удовольствием ответим на все ваши вопросы. С уважением, Ромашка Клоун. Добро пожаловать на наши каналы и сайт. Ссылки будут в описании. Пока. Пока. Скоро увидимся.